Ребята, всем здорово! Это канал Китай Рулит, и сегодня мы с вами будем распаковывать последние посылки от подписчиков. И по старой китайской традиции хочу вам порекомендовать канал KSV TV. Это канал на YouTube, на котором вы тоже можете посмотреть обзоры посылок из Китая и Америки. Можете посмотреть обзоры на различные телефоны и планшеты из Китая, часы, копии знаменитых брендов, одежду, обувь, рюкзаки и многое другое. Короче, если есть любители посылок из Китая и Америки на моем канале, ну их всего лишь там 200 тысяч этих любителей, тогда вот. Поэтому ссылка в описании, подписывайтесь на канал. И вот так вот скромненько мы сегодня с вами будем распаковывать. Перед этим, так как у меня этот выпуск идет вообще, посылка от подписчиков такой light, cola light, поэтому здесь я могу обсуждать все что угодно. Хочу сказать, что вот близится обзор на вот такой вот аппарат. Это Zoppo, который я еще, который подарили мне в Китае. Вот будет аппарат Zoppo ZP980+. Неплохой телефончик, 8-ядерный, ну, собственно, еще актуальный. Потом, что по обзорам, потому что у меня уже закончилось, не практически, а все закончилось, у меня нет ничего больше. Будет обзор на Zoppo, будет обзор на Meizu, как и просили, сделаю на свой Meizu. Будет обзор на мой ноутбук MacBook Pro 15 дюймов Retina. Вот, и все-таки я не выдержал и решил рисковать, и, конечно же, назаказывал посылок из Китая, поэтому вот уже половину, ну не половину, есть посылки, которые покинули уже почту Китая и летят ко мне сюда, и сегодня я тоже буду заказывать, сейчас прикольные всякие штучки заказываю, поэтому на той неделе большую посылку заказал. Короче, если все удачно, то в ближайшее время будет посылка опять с Китая. Я думаю, будет повеселее. А так, в принципе, все. Вот это все, что осталось от подписчиков. Больше мне не приходят письма, ничего больше мне не приходит. Жалко. Так, хватит ныть, давайте по существу. Посылка из России. Милованова, от Милованова Николая, город Липецк. Это посылки, которым уже, ну, больше чем 2 месяца. Вот, они приехали, я их забирал с собой. Вот они лежали, ждали своего случая. Сейчас мы аккуратненько сделаем харакири. И достанем что-то из этой посылки. Так. Больше вроде ничего нет. Наклейки. Так. Вощербе магнит. Так, магнит. Это, наверное, письмо. Сейчас сразу мы письмо прочитаем. Подписчики мои-то написали. Родненькие подписчики. Сегодня сколько у нас там на канале? Сейчас я вам скажу. Ой, чтобы так все мне не сбить. Сейчас прям скажу, сколько сегодня подписчиков. А почему не могу посмотреть? Вот. И... на канале Китай Рулит сегодня 217 424 подписчика. Вот эти подписчики писят эти письма. Писят, да. Привет, Игорь, пишет тебе твой верный подписчик из Липецка. Здорово. Огромное спасибо тебе за твой труд. Все отправляют посылки. И я тоже захотел. В общем, удачи тебе во всем. Желаю тебе плюс 100 050 подписчиков. Так, контакт надо прикрыть, потому что там, как всегда, люди пишут круглосуточно, там дурдом творится в этом контакте. Вот, канал свой есть, но пиариться не буду. Желаю всех успехов, Китай рулит. Красавчик, все просто, по существу. Спасибо. Так, а это, скорее всего, магниты, да, прислал? Магнит X2. Наверное, X2. Это как BMW X5. Так, вот один магнит. Вот такой вот Липецк, Часовая, Петра и Павла. Сейчас я вот так это сделаю, чтобы видно было. Вот такой вот магнит. Красиво. Так, и вот это, наверное, тоже магнит. Сейчас мы его поканем. Где-нибудь резанем, поканем. А, там, кстати, ребята, в группе я сделал новость для
Собственно, это новости для подписчиков и для тех людей, кто заказывает рекламу на канале. Я добавил еще 8-й пункт, который называется «Конкурс на Китай рулит канале», потому что многие люди хотят провести конкурсы. Вот, поэтому добавился такой вид для тех людей, которые хотят пропиариться, как-то разрекламироваться, расширить свою публику. Это дополнительная реклама, которая приносит, я вам скажу, неплохо подписчиков. А для подписчиков это конкурсы на канале «Китай рулит». Я думаю, конкурсов будет прилично. Как я и говорил, в ближайшее время, ближайший конкурс, это мы разыграем телефон или Синова, вот, огромный этот 5,5 дюймов, или разыграем телефон с Тани Дила, потому что Тани Дил все там предлагает мне разыграть конкурс, но что-то они вот-вот-вот молчат. Поэтому вот будет... Точно, два телефона мы разыгрывать будем, поэтому ждите, а там дальше уже зависит все. Там еще будет, короче, конкурсов больше, чем роликов. Но я думаю, вас это радует, подписчиков, чтобы что-то получать, не знаю, прикольно. Мне самому нравится, когда находится победитель, человек радуется. Вот такой вот еще один магнит из Липецка. В дереве, очень прикольно сделан, красивый. Спасибо, спасибо, давайте ехать дальше. Следующее у нас письмо. От Василько Николая Витальевича, город Николаев. Николаев, 02.07. Эх, мой абонентский ящик. Надеюсь, ты еще там стоишь. Да. Про политику не будем. Объявили перемирие, но ничего из этого хорошего пока не следует. Так, конверт убираем. Это, скорее всего, письмо и магнит приехал. Ох, 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 как тут написано-то. Здравствуйте, Игорь. Мне 13 лет, и я смотрю ваши видео каждый день. Привет. Желаю вам побольше китайской аппаратуры, планшетов и телефонов. Спасибо. Отправляю вам брелок FIFA 2012 как сувенир. Офигеть. Мой канал, ох, ребят, такой канал сразу, я говорил, я не буду буквы эти вводить, если в личку мне напишешь, тогда я его добавлю. Или просто Discord, или так найду, если передайте привет моему другу, кому? Тикзему, тебе привет. Так, по скрипту. На момент написания 136 242 подписчика. Китай рулит. Офигеть, это что, столько подписчиков прибавилось? А когда это было? Подождите. Письмо отправилось 02.07. За 2 месяца набралось... А, ну да, в принципе, так и набирается. Ого, было 136 тысяч подписчиков, а сейчас 217 уже. Ребята, мы просто летим. И никакой накрутки. То начнутся разговоры. Да ты накрутишь. Спасибо за письмо. Вот такой вот магнит приехал. Николаев. Вот так вот. Там по поводу школы Китай рулит тоже канал развивается. Сегодня я прочитал, что люди пишут, что как-то проект не идет. Ребят, прошла неделя. Как может пройти проект? Уже перевалило за 1000 подписчиков. Канал заработал $1.5. И мы идем вперед. Проблема в том, что люди не делают качественные ролики, более-менее они не соответствуют условиям, по которым я принимаю. Те, которые действительно достойны, я загружаю, но таких маловато. А просто заливать все подряд, там чехлы, как наснимали этих чехлов, кому-то приехало 5 чехлов, он сделал 5 видео, молодец. Так, так это у нас из Житомира, Иванцов, вроде так, Анатолий прислал. Иванцов Анатолий прислал нам письмецо. Сейчас мы это письмецо откроем и посмотрим, что там нам прислали. Вот в письме что могут прислать? Письмо. Так. Вот я считаю, те, кто просто письма пишут, да это вообще верные подписчики. То есть, ну реально просто... Сесть просто написать письмо. Надеюсь, там не будет рекламы канала. Ох, какое здоровенное письмо. Ну, давайте начинать читать. Китай рулит. Привет. Не мне было. Привет, Игорь. Пишет тебе Анатолий из Житомира. Привет. В Житомир приехал в крутой лагерь «Рывок».
рывок или рывок. Я чуть по-другому прочитал, по-взрослому. Вот, крутой лагерь, реально рывок. Сам сижу в Киеве. Подожди, Житомир приехал в крутой лагерь. Сам живу. А мне я прочитал, сам сижу в Киеве. Ну, как так, живу в Киеве. Подписался на твой канал месяц назад. Очень понравились твои влоги из Китая. Делаешь прикольные видеообзоры. Спасибо. Очень рад, что купил MacBook. Мы с мамой тоже собираемся покупать MacBook. Но перед этим мне купят Apple iPad Air. Расскажи, стоит ли его покупать. Я не знаю, я айпадами реально ни разу не пользовался. Я, в принципе, я не вижу смысла в планшете. Ну, конечно, для детей возраста, сколько там парни, не знаю, я думаю, в лагерь ездит. Вот, в принципе, планшет — это прикольная штука, поиграться. Но вот я особо не играюсь, поэтому мне айпад как-то... Поэтому я не в курсе. Но говорят, что хороший, денег своих стоит. Хотел спросить, какой у тебя телефон, по которому ты, пользуешься. У меня Meizu MX3. Так, слышал, что у тебя скоро день рождения, да, уже было 23 июля, уже следующее будет в 2015 году. Я собираюсь тебе подарить что-то мега креативное, но вот думаю, что... Отправляю только письмо, так как магниты ты просил не отправлять. Молодец. Поздравлять с днем рождения буду уже с Киева. Писал ли кто-то тебе из Житомира? А я даже не помню. Много уже писали с каких городов, поэтому я реально уже не помню. И что ты сам знаешь про Житомир? Да ничего не знаю абсолютно. Знаю, что это где-то там. Удачи во всем, твои подписчики. Китай рулит. Иванцов Анатолий, 13 лет, 8.07.2014, читать только при включенной видеокамере. Спасибо за такое письмо. 13 лет, подписчик, написал письмо, это очень приятно мне, спасибо. И последнее письмо на сегодня. Откуда оно? Так, скорее всего, с России, да? Хабаровский край, село Красноречье. Чинская прислал Аськов Олег Анатольевич. Вот так вот. Давайте открывать. Много, я думаю, посылок потерялось, скорее всего. А может, они когда-то и доедут ко мне. Очень. Я просто не представляю, сколько это будет посылок. Представьте, просто люди некоторые, несмотря на то, что... Я говорил, не отправлять на старый адрес. Люди пишут, что отправили, не увидели, не досмотрели. Поэтому я реально не знаю, сколько там мне, наверное, нужно будет, если они доедут, нанять КамАЗ или Газель, чтобы забрать все посылки от подписчиков. Это, конечно, будет трэш. Потому что там подарки на день рождения я не получил. Там 2 или 3 письма было с днем рождения. То есть я как бы знаю, что больше должно быть. Хова! Хабаровск! Так, и письмо. Ух-ху-ху. Письмо. Здравствуй, Игорь. Меня зовут Олег, я из Хабаровска. Привет. Этот край, про который иностранцы думают, что медведи здесь ходят с балалайками. Прикольно. В общем, далеко. Мне 24 года, я продавец-консультант в отделе цифровой крупной сети, к цифровой технике крупной сети магазинов. Значит, парень разбирается. Каждый день, кроме выходных, я делаю 2 вещи. Продаю мобильный телефон и смотрю твои ролики. Подписка. Вот врать не буду, первый раз я подписался, когда было около 30 тысяч подписчиков. Но потом отписался на какое-то время. Сейчас я верен как никогда и с удовольствием смотрю все, что выходит на обоих твоих каналах. Не рискнул писать от руки, так как почерк ни о чем. Хотя, когда служил в армии, писал родителям каждую неделю. Коллеги, да, и жена подбивают меня на создание канала. Но только не распаковок с Китая, а распаковок новых телефонов, которые приходят мне в магазин. И причем, если я этим займусь, то оценивать буду не со стороны покупателя, как ты, а со стороны продавца. Ведь я вижу часть брака как до покупки, так и после. Я очень осведомлен о технологиях, принципах работы и так далее, ведь это мне необходимо по работе. Мне нужен твой совет, стоит ли,
Я с первого курса техникума вникаю во все новые фишки. Я с открытым ртом смотрел первую конференцию Apple, где сам Джобс анонсировал первый iPhone. И с тех пор всеми этими знаниями иду по жизни и зарабатываю себе на хлеб. Наверное, это хвастовство, но за 4 года, которые работаю, я купил машину новую с автосалона Lada Granta Lux, женился на самой лучшей девушке на свете, работаю на любимой работе и многого добился, чего хотел. Об этом сейчас я молюсь, об одном сейчас я молюсь, это о ребенке, о дочке, но не получается у нас с женой, к сожалению. Я думаю, все получится, главное верить в это. У меня есть все возможности для снятия полноценных роликов, фотокамера Sony A65 зеркалка, мощный ноутбук для монтажа, достаточно свободного времени для записи и сведения, друг с опытом работы с видео, в общем, все... подвешенный язык в том числе. Теперь мне интересно лишь твое мнение, стоит ли попробовать это именно так, как я описал, или нет. Подарок от меня магнитик, но не просто вид нашего города, а точно то изображение, которое нанесено на российскую 5000-ную купюру. Не то чтобы я очень гордился своим городом, но это один из веских поводов для этого. Твои ролики, они пропитан интересом к тому, что в них, именно поэтому и такая высокая популярность твоего канала. И почему-то я уверен, что смогу не хуже. Надеюсь, не оскорбил, и с уважением, твой подписчик Олег. Так, Олег, что могу сказать? Во-первых, спасибо за такое письмо. Рассказал в письме все. Такое реальное, как будто знакомый человек мне написал. Вот так все четко, по сути. Рад за тебя, что у тебя получается все 24 года, так как мне тоже 24 года. Ты мой ровесник, и я, собственно, понимаю, о чем ты говоришь. И также радуюсь своим каким-то победам в этой жизни. Вот, с дочкой, я думаю, у тебя все будет хорошо, ты еще молод, красив, женился на любимой девушке, поэтому с ребенком будет все у тебя хорошо. По поводу канала, я тебе скажу, что пробовать однозначно нужно. То, что у тебя есть знакомые по поводу там с опытом работы с видео, можно у них что-нибудь спросить, но пытайся сделать все сам. Не нужно никого привлекать, потому что, как показывает практика, видеоканал нужно вести одному, чтобы не было разногласий и как при какой-то базе подписчиков, не дай бог, чтобы разошлись. Вот. Если у тебя есть открытый доступ к технологиям новым, планшетам, телефонам, видеокамерам и так далее, это очень круто, потому что в свое время, когда я только начинал развивать свой канал, я хотел пойти работать в магазин электроники лишь для того, чтобы там брать телефоны, планшеты, ну, собственно, были знакомые, через которых бы это все можно было брать, при этом еще работать в таком же магазине. Но как-то меня от этого отвело, и, собственно, что имеем, то имеем. Вот. Если у тебя же все прекрасно с этим, ты можешь брать без проблем электронику домой, тестировать, показывать людям, я думаю, почему бы и нет. Во-первых, тебе это будет интересно. Во-первых, во-вторых, ты будешь зарабатывать, если все будет удачно, какую-то копейку. Все-таки для молодой семьи, я думаю, лишняя копейка не будет лишней, да, лишняя. Маленькая какая-то копейка не будет лишней. Поэтому однозначно пробуй. Пробуй, развивайся, желаю тебе удачи. И я думаю, в скором ты мне еще одно письмо напишешь, и в котором ты уже напишешь, поделишься своими перспективами и еще какими-то победами в этой жизни в связи с каналом и так далее. Поэтому удачи, давай, дерзай, молодца. Вот такие, ребят, сегодня письма у нас. Особых подарков, в принципе, я знал, что сегодня не будет. Будут магниты, потому что это письма. Вот. Но я как бы и рад этому, потому что письма всегда приятно читать, письма пишут от души, письма пишут верные подписчики, действительно, кто смотрит, кому интересно. Поэтому вот такие вот дела, ждите очередных роликов. Все, что смогу, сделаю, ребят, все, что от меня зависит, все телефоны, я вам говорил, постоянно. Вот людей, я вот смотрю, то, что на канале много людей, в группе, ну, маленькая часть, поэтому
когда я делаю и заказываю какие-то вещи, многие начинают возмущаться в комментариях. Вот, почему ты не заказал, вот есть этот телефон. Ребят, все в группу, в группе вся информация, все голосования на стене. Я все читаю, я смотрю, что вам интересно. И от этого уже я формирую свой заказ, потому что есть телефон, который мне интересен, а есть телефон, который интересен публике в 200 тысяч человек. Как вы думаете, какой я возьму? Конечно же, который интересен вам. Все, ребята, всем спасибо. Жду в группе всех со своими предложениями. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Всем хорошего настроения. Это самое главное. Не расстраивайтесь. Начинайте, кто еще не начал снимать. И все будет окей. Пока-пока.